Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Актуальное интервью. Заболевания зубов и полости рта могут нанести очень серьезный вред здоровью. Однако многие из нас довольно легкомысленно относятся к этой потенциальной опасности, пренебрегают мерами профилактики, годами не посещают стоматолога. А между тем, болезни зубов и десен, к сожалению, имеют широкое распространение. О ситуации со стоматологическими заболеваниями в нашем регионе, о том, как сохранить здоровье зубов и десен, сегодня в нашей программе расскажет главный стоматолог Министерства здравоохранения Ульяновской области, заслуженный врач Российской Федерации, врач-ортопед-стоматолог высшей квалификационной категории Гюльсиря Физюкова. Заболеваемость населения стоматологическими заболеваниями сохраняется высокой в Ульяновской области, так же, как в Российской Федерации в целом. И в зависимости от возрастных категорий колеблется от 10 до 90 и более процентов. В основном характеризуется заболеваниями кариеса, его осложнениями, заболеваниями десен и слизистой оболочки полости рта. Также в полости рта встречаются так называемые предраки. Эти заболевания при несвоевременном оказании медицинской помощи могут проявляться злокачественными новообразованиями слизистой оболочки полости рта. Если характеризовать по возрастным группам, около 50% и чуть более заболеваемость кариесом имеется у 6-летних детей. Если характеризовать 15-летних, то этот процент тоже сохраняется около 40-50%. По возрасту от 40 до 60 и более лет есть заболеваемость от 90 до 100%, когда у нас у пожилого населения в том числе имеются отсутствующие зубы. Заболевания слизистой оболочки полости рта в основном это банальные стоматиты. Общие заболевания у нас проявляются в полости рта как симптоматика. И так называемые гингивиты, это краевая десна воспаляется, раскачивается зубы, приводит дальше к пародонтитам. И предраки, когда в зоне риска появляются некоторые образования, которые не поддаются лечению и приводят к злокачествлению. Такой диагноз ставит около 1,5% случаев. И так как полость рта является началом пищеварительного тракта, статистика включена именно по онкозаболеваниям желудочно-кишечного тракта, подлежат раннему выявлению, строгому наблюдению и своевременному оказанию медицинской помощи, так как создает угрозу жизни пациента. В настоящее время все эти заболевания в государственных учреждениях здравоохранения лечатся по обращаемости. У нас есть зона ответственности лечебных учреждений и прикрепленное население. И все диагнозы, которые вызывают заболевания, так называемые страховые случаи, лечатся в системе обязательного медицинского страхования, то есть на бесплатной основе. Если данное заболевание приводит к эстетическим нарушениям или встречаются у нашего населения эстетические потребности, эти показатели не подлежат оплате по системе ОМС и оказываются на платной основе. Также в государственных лечебных учреждениях имеются кабинеты платных услуг, внедрены платные услуги, как соплатежи, если у пациента есть какие-то дополнительные потребности. И наши врачи обучены, у пациентов имеется возможность получить эту помощь, в том числе в государственных учреждениях. Также профилактическая помощь оказывается по возрастным группам. В основном у нас это дети. И, конечно, данная работа на первом месте. Всем известно, что своевременно проведенная профилактика человека освобождает от всех заболеваний, которые встречаются в течение жизни. Повлияла ли пандемия коронавирусной инфекции на распространенность стоматологических заболеваний? Да, конечно. Тяжелая нагрузка на здравоохранение и на здоровье в целом нашего населения повлияла в том числе на стоматологическую заболеваемость. Первая причина – это те ограничения, когда пациенты наши не могли своевременно получить плановую помощь. И вся стоматологическая служба, мы максимально старались оказывать неотложные помощи, насколько возможно было и плановую помощь. Тем не менее, в 2020 году стоматологическая помощь была оказана от наших мощностей на 85%.
Это считается хорошим процентом. Мы с достоинством справились. В 2021 году тенденция заболеваемости не снижалась, но мы остались в прежнем рабочем режиме и обеспечивали неотложную, экстренную и плановую помощь в том числе. Но снижение стоматологической помощи сказалось еще из-за некоторых причин. Возросла заболеваемость наших работников, так как, сами понимаете, медицинские работники – это тоже население. Ни для кого не секрет, что мы тоже болеем. Тем более стоматологи работают в тесном контакте с пациентом. Абсолютно. Мы близко друг к другу. Конечно, мы максимально были защищены, средства защиты, все мы были обеспечены, и своевременно нам поставлялось. Но, тем не менее, встречались и продолжается заболеваемость. Наше население получило помощь. Также сказалась большая нагрузка в связи с заболеваемостью ковидом на организм человека, так как лечение проводилось, всем известно, высокими дозами антибиотиков и иногда даже с применением гормонов. И это огромное влияние на иммунитет в целом, а при стоматологических заболеваниях, в том числе при любых заболеваниях, иммунитет, это основная защита организма, была у нас подавлена. Но в настоящее время мы с этой проблемой тоже справляемся. Нам понятны эти процессы, и я думаю, что мы справимся. Помимо привычных нам государственных стоматологических поликлиник, сейчас достаточно много частных клиник и даже отдельных кабинетов, расположенных в жилых домах. Как не ошибиться при выборе места лечения? Как выбрать хорошего, грамотного специалиста-стоматолога? Как мы уже говорили, что у государственных учреждений здравоохранения есть зона ответственности и есть страховой случай, который нам нормирует оказание медицинской помощи нашему населению. Это наши обязательства, и мы в этом плане регулируемся государством. В Ульяновской области в настоящее время более 200 частных структур, кабинеты, клиники или поликлиники, они могут называться по лицензионным случаям. И у пациентов есть выбор, и они могут обратиться в государственные учреждения и в частные структуры. Когда у пациента стоит такой выбор, они должны обратить внимание на образовательный уровень специалиста. Мы стоматологи, специалисты стоматологического профиля. Есть у нас среднее образование, где обучаются зубные врачи и гигиенисты стоматологические. Это специалисты со средним образованием. У зубных врачей и у гигиенистов есть тоже квалификационные категории, которые они могут получить по выполненным объемам. Так называемые портфолио готовятся и сдаются работы на повышение квалификационной категории и присваиваются. И характеризуют их трудовые функции и компетенции, кто чему обучался и как может оказывать эту помощь, когда и где обучался. А у врачей-стоматологов это врач-стоматолог общей практики, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, в том числе другие врачи-стоматологи. Также еще есть у нас челюстно-лицевые хирурги, которые тоже занимаются в области голова и шея, оказывают помощь по смежным областям. Они получают образование высшее, и специальности данные обязательно должны быть прописаны, в том числе и при трудоустройстве, трудовых договорах и на информационных стендах в клиниках по диплому. То есть должна быть на стенде вывешена информация о том, какой категории врач вас принимает. И какой специальности врач принимает, так как наша специальность прописана в дипломе. Вот я врач-стоматолог. Дальше я могу быть врачом-стоматологом-ортопедом, потому что дополнительное образование. Я могу быть врачом-стоматологом-терапевтом, потому что дополнительное образование. Дальше дополнительно врачом-стоматологом-хирургом, так же, как и другие специальности, они уже говорят, что я еще получила дополнительное образование. И вот все на это надо обращать внимание пациенту, когда он приходит в ту или иную клинику, да, в тот или иной стоматологический кабинет. Да. Дальше в квалификационных категориях встречаются сейчас, что зубные врачи называют себя стоматологами. Хотелось бы подчеркнуть. Это разные специалисты и разные трудовые функции, разный уровень образования.
Если базовое образование у нас среднее, в колледжах обучаются зубные врачи, в институтах, в университетах обучаются врачи-стоматологи. И, конечно, если какое-то академическое образование, то это аспирантура с присвоением ученой степени. Среди нас есть в том числе и такие специалисты. И когда приходит к врачу пациент, должен еще обратить внимание, насколько у врача имеется квалификационная категория. Квалификационные категории присваиваются по результатам собеседования, оценки трудовых компетенций, оценка теоретических знаний в Министерстве здравоохранения для специалистов с высшим образованием раз в 5 лет, а для зубных врачей при обучении в колледжах. Это тоже показывает уровень умений, знаний и насколько наши коллеги обучаются системно и имеют те или иные удостоверения, в том числе сертификаты. Так как каждое наше обучение, оно может быть тематическим, можно общеобразовательным, но ни для кого не секрет, что врачи учатся всю свою жизнь. Стоматологические болезни, как и любые другие болезни, лучше предупредить, чем потом лечить. Как часто вы посоветуете посещать врача-пародонтолога и стоматолога-гигиениста? И какие профилактические процедуры помогут предотвратить развитие заболеваний? Вы акцентировали внимание только на двух специальностях. Я бы все-таки ответила более широко. Профилактика стоматологических заболеваний начинается внутриутробно, когда еще человек только формируется. А еще лучше, когда будущая мама готовится стать мамой. Обязательно наша молодежь должны к этому готовиться. И так как есть у нас так называемые наследственные факторы, наши привычки, которые передаются, и специалисты стоматологического профиля, гинекологи, педиатры должны давать новые знания родителям, как родить здорового ребенка, формировать здоровые привычки, чтобы иметь здоровую зубочелюстную систему. После родов обязательно ребенок осматривается в первый месяц, в полгода и до года. Мы обязательно осматриваем правильность формирования зубочелюстной системы, правильность начала прорезывания в полгода и, конечно, правильность формирования к году молочного прикуса. Мы обращаем внимание, насколько этот ребенок питается правильно. Также уже во второй год жизни, когда у ребенка имеются зубы молочного прикуса, очень часто приходят дети так называемым пришечным кариесом, бутылочным кариесом, когда ребенка не приучили к твердой пище своевременно, продолжают принимать мягкую пищу, соску. И это грустное такое состояние. Дети до 3 лет, когда у них множественный кариес появляется, есть необходимость лечиться. Мы, конечно, эту группу берем на особый контроль, работаем с родителями, работаем с детьми и в обязательном порядке лечим, санируем данных детей. Также мы работаем в детских садах. Главная наша задача – осмотреть этих детей, выявить зону риска и определить заболеваемость у этих детей. У них должны уже появиться навыки по гигиене полости рта, по образу питания, и, в принципе, можно определить приоритеты и вкусовые привычки. Следующая группа у нас – младший школьный возраст, когда дети идут в школу, и с ними проводятся индивидуальные лечебные процедуры, профилактические мероприятия, и даются обязательные рекомендации родителям по оздоровлению этих детей. Дальше у нас с 6 до 12 лет идет смена прикуса и формирование постоянного прикуса. И когда я назвала высокий процент заболеваемости детей 6 лет, сами понимаете, здесь начинается смена прикуса, и, конечно, те зубы, которые подлежат смене, выпадению... Или молочные. Молочные зубы, выпадению, удалению, и вместо них появляются новые постоянные зубы, мы должны формировать этот прикус. Я когда говорю «мы должны», мы совместно с родителями, с детьми и все мы в ответе по формированию правильного прикуса у ребенка. Здесь необходимо обратить внимание, насколько постоянные зубы занимают правильно свою форму и формируют на будущее весь постоянный прикус. Гигиена полости рта – это на первом месте. Где отсутствует гигиена, там кариес, там запущенные случаи и, естественно, раннее удаление зубов, которое приводит к деформации зубочелюстной системы. Обязательно нужно приучить ребенка к жесткой пище. И наши пищевые привычки, когда ребенок питается мягкими продуктами или нет навыка жевания яблочко, моркови, огурца, не развиваются мышцы и, конечно, не формируются кости верхней и нижней челюсти и приводит к зубочелюстным аномалиям, которые потом с трудом лечатся у пародонтологов.
И в 12 лет появляется необходимость, и сегодня это модно, и очень много желающих по устранению зубочелюстных аномалий. Хотя мы, стоматологи, знаем, что это следствие именно отсутствия правильного формирования зубного ряда. Какие меры может предпринимать сам пациент для того, чтобы его зубы были здоровыми? Есть наши пациенты со здоровыми зубами. Они встречаются. Это те пациенты, которые ответственно относятся к своему здоровью, соблюдают гигиену полости рта, правильный образ жизни ведут, пищевые свои приоритеты используют во благо здоровья. То есть отдают предпочтение здоровой пище. Абсолютно здоровой пище. Если так по статистике, есть такой норматив, что норма потребления сахара 24-25 килограмм в год на душу населения. А по анализу, допустим, Ульяновской области или соседних регионов, есть 31 килограмм, есть 38 килограмм в год. Но ведь это опять-таки на душу населения в среднем. Значит, кто-то эти сахара не ест вообще, а кто-то употребляет в гораздо больших количествах. Гораздо больше. Я, когда иду в магазин, наверное, это уже профессиональные какие-то мои взгляды, и обращаю внимание, кто что покупает около кассы. Кто-то берет яблочко, огурцы, помидоры и овощи, фрукты, а у кого-то печенье, булочка, сладости, конфеты. И я уже вижу во рту, какие зубы, чем болеет человек, в принципе, что ожидает данного пациента. Мы должны мотивировать пациентов, насколько вредное влияние оказывает образ питания, привычки наши. И для того, чтобы обеспечить себя здоровьем, конечно, здоровый образ жизни не только на словах. Это быть на свежем воздухе, быть активным, заниматься спортом, кому какой вид спорта доступный. Когда мы говорим, вот кто-то там в фитнес ходит, а никто не мешает бегать, шагать, пройтись пешком. Сейчас школьные площадки очень хорошо организованы, ровненькие, освещены. Любое время дня можно пройтись и заниматься. И, естественно, в профилактике обеспечения здоровой зубочелюстной системы еще, кроме своевременного лечения, своевременное протезирование. В настоящее время часто пациенты приходят и на вопрос, как часто вы ходите к стоматологу, говорят часто. Но когда множественные пломбы, и эти пломбы каждый раз обновляются, а пациенты, возможно, или откладывают сами, или врачи-лечебники не рекомендуют протезироваться, то зубы зачастую удаляются, а удаленный зуб обязательно требует восстановления, так как один удаленный зуб или один отсутствующий зуб выключает с процесса жевания одну сторону, перегружает другую сторону и приводит к нарушениям. Сегодня 10-15% нашего населения в принципе без зубов. Я имею в виду из тех, кто обращается к нам к протезированию. Я не говорю, что с общего числа населения это те пациенты, которые к нам приходят. Но наши методы работают, мы достойно справляемся, и любой пациент, когда приходит к нам, мы обязательно находим те конструкции, которые обеспечат жевание и улыбку, и, конечно, обеспечат здоровый образ жизни, потому что функция жевания, функция улыбки – это социализация, это здоровье пищеварительного тракта. Чтобы не доводить до такой крайности, о которой вы сейчас сказали, как часто нужно с профилактической целью посещать врача-стоматолога? Наши рекомендации, когда мы говорим «приходите раз в полгода», они остаются базовыми, так как раз в полгода появляется необходимость что-то поправить, что-то полечить, что-то перелечить, что-то рекомендовать или, может быть, подстраховать, профилактировать. С этой точки зрения обязательно нужно приходить и не отказываться от такой профилактической помощи. Дальнейшее решение в своевременное протезирование лечения – это зависит от того, что насколько врач убедительно и настоятельно вам порекомендует, и вы будете применять эти методы у себя. Как правильно выбрать зубную пасту и щетку, и как часто их нужно менять? Зубная щетка – это гигиенический инструмент, который, в принципе, у каждого имеется. Зубная щетка должна быть целой, чистой и без микробов, не разрушенной, не деформированной. Много сейчас у нас всяких конструкций, импортных, отечественных, и рекомендуется раз в полгода поменять, потому что при активном использовании эти щетинки деформируются и могут привести к травмированию мягких тканей, в том числе нагружают твердые ткани зубов.
По зубным пастам рекомендации следующие. Они характеризуются по гигиеническим показателям и содержанием каких-либо микроэлементов или медикаментов. Есть зубные пасты, которые менее абразивные, более пенящиеся и обеспечивают чистоту в полости рта при правильном использовании. А если есть потребность профилактики кариеса или снижения чувствительности, или снятия налета, то уже в зубных пастах по рекомендациях обязательно приводится, какое содержание, какого элемента для чего применяется. Часто менять или одной и той же пастой пользоваться – необходимо иметь хотя бы две зубные пасты, чтобы можно было чередовать утром-вечером и, естественно, использовать по показаниям. Если употребление той или иной зубной пасты вызывает какие-то негативные последствия, то надо или сменить эту зубную пасту, или посоветоваться с врачом. Необходимо отметить, что сегодня у нас агрессивная реклама. И, поддавшись рекламе, нельзя покупать эти зубные пасты или сверхрекламируемые средства. Обязательно нужно посоветоваться с врачом. И если есть какие-то негативные моменты, то обязательно поменять. Я почему и порекомендовала иметь, может быть, даже 3 тюбика пасты, которые более щадящие, более агрессивно. И чередовать их. Чередовать, да. Потому что одно дело почистить рот, другое дело есть чуть-чуть отбелить необходимость. А вот есть еще необходимость снять чувствительность, и все наши пасты имеют те или иные наполнители, обеспечивают обязательные условия при использовании. А что вы скажете по поводу зубных нитей, ирригаторов, отбеливающих полосок и прочих аксессуаров? Насколько безопасно их использовать и как часто их можно использовать? Для использования тех или иных гигиенических элементов, в том числе вот то, что вы назвали, должны быть показания. Абсолютные показания имеются, если у пациента имеются конструкции, имплантология, если имеются труднодоступные места, которые требуют дополнительной очистки, и если все-таки у пациента есть какая-то причина, когда без нити, без флоссов невозможно почистить. Но если уже имеются такие тревожные моменты, обязательно пойти надо к стоматологу и снять эту причину. Ирригаторы сегодня рекламируются активно. Они в основном для промывания труднодоступных участков, когда щетка не достает. По отношению ирригаторов, это опять должны быть показания, в каких случаях можно лечить и постоянно ли нужно пользоваться. В основном назначаются при заболевании слизистой оболочки полости рта и краевой десны, и где затруднена очищаемость, где имеется пародонтит. Это воспаление десны с микробным фактором. И есть усадка десны, и, конечно, где забивается пища, необходимо дополнительные средства воздействия. Имеются ли в распоряжении врачей-стоматологов в нашем регионе современные, новейшие технологии лечения заболеваний полости рта и протезирования зубов? Да, конечно. Мы не отстаем от стоматологов в регионах Российской Федерации в целом. И, конечно, импортные технологии и методы у нас используются. Единственный фактор, что в государственных учреждениях мы не имеем права рекламировать свою работу. Наша реклама – это пациент, который уходит от нас с успешным результатом. И частные клиники, кабинеты или учреждения иногда этим злоупотребляют и дают пациентам агрессивную рекламу. Я, как внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Ульяновской области, должна акцентировать. Ко мне обращаются пациенты с неудачными результатами. Бывает такое? Бывает такое. И у меня есть часы приема, я их принимаю. И, конечно, мы решаем в индивидуальном порядке. Мы поправляем, оказываем помощь пациенту. И сегодня активно пользуются спросом у пациентов имплантологии. Активно пользуются наши пациенты, молодежь особенно, эстетическими видами протезирования. Это виниры, это безметалловая керамика, это отбеливание зубов. Я бы рекомендовала отнестись к этому осторожно, так как все-таки это эстетика, а наша задача – сохранить здоровье в натуральном виде, обеспечить срок службы наших зубов на все наши года и, конечно, оказывать менее агрессивные виды помощи для того, чтобы пациенту было не очень дорого и не очень травматично. А какие сейчас главные новейшие тренды есть в стоматологии и влияют ли они на сокращение заболеваемости? В настоящее время широко пользуется спросом у населения имплантология, которая позволяет исключить использование съемными протезами и восстанавливает зубной ряд
у пациентов. Если ранее наши методы – это протезирование зубов с обтачиванием, с препарированием зубов для опорных систем, активно использовались, и иногда даже использовались методы препарирования живых зубов, целых зубов, интактных так называемых зубов. Сегодня метод имплантологии исключает повреждение этих зубов и, конечно, удлиняет срок службы. Но есть модные тренды, которые наложили отпечаток в том числе и на стоматологию. Это виниры, сверхбелые зубы, сверхбелые методы отбеливания, которые зачастую приводят к грустным результатам, и в более пожилом возрасте данные пациенты вынуждены удалять зубы и, конечно, использовать методы имплантологии, хотя могли бы сохранить зубы на более долгосрочное использование традиционными методами лечения. Все мы знаем, что часть стоматологических услуг для пациента оказывается бесплатно по программе ОМС, но часть услуг является платными, причем стоматологические услуги признаны одними из самых дорогих. Поэтому вот такой вопрос. Какие стоматологические услуги входят в программу ОМС и где можно с этим перечнем ознакомиться? В системе ОМС оказывается помощь при страховом случае, то есть если есть заболевание и требуется медицинская помощь при стоматологических заболеваниях. Здесь лечение всех заболеваний, которые встречаются в полости рта и зубочелюстной системе. Лечение стоматологических заболеваний проводится по показаниям. И перечень материалов, которые применяются при лечении заболевания, обязательно имеются у всех лечебных учреждений и используются по показаниям. Перечень услуг предусмотрена так называемой территориальной программе государственных гарантий, которая обновляется ежегодно. Имеется данный документ на сайте лечебных учреждений, имеется на сайте территориального фонда медицинского страхования, Министерства здравоохранения и на наших стендах по отделениям и по медицинским учреждениям. Здесь предусмотрены по блокам виды медицинской помощи, применение материалов, по каким показаниям. Там же есть раздел, какие виды помощи оказываются на платной основе. Как я уже говорила, это эстетические виды. Если есть желание у пациента по эстетическим показаниям получить дополнительную медицинскую помощь, объемы медицинской помощи сверх объемов ОМС оказываются на платной основе. В каждом лечебном учреждении имеются информационные стенды, где имеется информация по объемам медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования и за счет личных средств граждан, то есть на платной основе. А как регулируются цены на платные услуги? В государственных учреждениях цены регулируются по номенклатуре медицинских услуг и по закупочным ценам стоматологических материалов и оборудования. Здесь составляется прескурант. Так как мы работаем в системе закупок согласно 44-го закона, и наши цены регулируются на основании закупок стоматологических материалов и оборудования. Они регламентированы и они контролируются. И потому они недорогие. В частных структурах немножечко другая система. Частное учреждение работает в рыночной экономике и работает на договорной основе. Их цены не регулируются государством. Они могут регулироваться только по закону защиты прав потребителей и зачастую оказываются высокими. Вы уже сегодня упомянули о том, что болезни десен и зубов могут вызывать другие болезни в организме, в частности, лор-заболевания, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта. Вот об этом чуть подробнее расскажите. Повторяю, полость рта является началом пищеварительного тракта, и все заболевания организма и заболевания зубочелюстной системы, они взаимосвязаны. При наличии стоматологических заболеваний, заболевания сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта и других систем, они только обостряются. И, конечно, любым специалистам должно быть рекомендовано пациенту обязательная санация полости рта и обязательно исключение эндогенных факторов. Что такое эндогенный фактор? Это наличие больных зубов, это наличие бактериального фактора, это наличие разрушенных корней. И наша задача – обеспечить чистоту в полости рта, восстановление всех зубов, исключение всех заболеваний. Бытует такое мнение, что если вообще не есть сладкого, то кариеса не будет. Это правда? Есть разная теория возникновения кариеса, но, тем не менее, первопричиной является нарушение гигиены, наличие микробной бляшки и вырабатывание этой микробной бляшкой кислоты, которая разрушает твердые ткани зуба. Причины кариеса разные. Вирусная этиология, микробная этиология.
И отсутствие углеводов не исключает появление кариеса. Но доказано, что употребление большого количества сахара и углеводной пищи отрицательно сказывается в здоровье зубов. И также доказано, что снижение употребления сахаров приводит к снижению заболеваемости кариеса. И основным условием профилактики кариеса, конечно, снижение количества употребления сахаров. А что вы скажете про жевательные резинки? Стоит ли их использовать в качестве профилактики? В условиях, где ограничено обеспечение гигиенических процедур полоскания полости рта, чистка зубов, можно, конечно, использовать и жевательные резинки. Необходимо их использовать в течение 5-7 минут и их выплевывать, что обеспечивает очистку от пищевых остатков и снижает вероятность возникновения кариеса. Но многие жевательные резинки также содержат большое количество углеводов. То есть, опять же, все надо применять в меру. Абсолютно верно. И несколько слов о зубах мудрости. После какого возраста они уже точно не появятся? И обязательно ли их удалять? Так называемые зубы мудрости – это в зубном ряду 8 зубы, заложены в нашей анатомии. Наверное, справедливо было бы сказано, что ничего лишнего в человеческом организме нет. Зубы мудрости прорезываются после 18 лет. Они могут не появиться вообще, если они вообще не заложены. Встречаются и такие случаи. Или же расположены в толще челюстных костей. Или неправильно расположены. Я слышал такой термин «спящие зубы мудрости». То есть они там где-то находятся, но не выходят на поверхность. Зубы прорезываются вертикально и располагаются вертикально. А зубы мудрости, когда не хватает им места в челюсти или они лежат в толще кости, так и остаются в толще, и, возможно, кто-то их называет спящими. Отсутствуют условия прорезывания. Но, тем не менее, они есть, они будут и создают проблемы для пациентов и для стоматологов. Зачастую они прорезываются вне дуги, и показания к удалению этих зубов появляются тогда, когда они нефункциональны или осложняются так называемыми одонтогенными осложнениями, так как лежат в толще костной ткани и в толще мышц в зубочелюстной системе. Разрушаются из-за того, что труднодоступные места очищаются плохо. Это абсолютное показание к удалению. И в последнее время активно используется ортодонтами метод удаления этих 8 зубов, зубов мудрости, для того, чтобы создать условия для выпрямления зубочелюстной системы брекет-системами. Должны быть показания для удаления, они должны быть нетравматичными и своевременными. И, конечно, чтобы зубы мудрости прорезывались и были функциональными, нужна та профилактика, о которой мы до этого говорили: жесткая пища, формирование зубного ряда и крепкие челюсти. Зубной ряд станет на место, будет работать и еще принесет пользу. То есть, правильно я вас понял, зубы мудрости удаляются только тогда, когда они создают какие-то проблемы. Абсолютно. Если они растут и никому не мешают, пусть остаются на месте. Конечно. Есть вопрос, который задавали несколько наших радиослушателей, звонили, спрашивали, есть ли у нас в городе служба оперативной стоматологической помощи, я имею в виду помощи в ночное время или в праздничные выходные дни? Да, неотложная помощь оказывается нашим пациентам почти в круглосуточном режиме. В лечебных учреждениях, государственных и в частных, при обращении пациента неотложная помощь оказываться должна в течение не более 2 часов. Если по экстренным показаниям не более 20 минут отдается времени оказания помощи. А в ночное время амбулаторная стоматологическая помощь оказывается в настоящее время по адресу Железнодорожная, 19, в районе Старого вокзала, с 21 часа до 7 утра. Оказывается данная помощь бесплатно, в том числе в системе обязательного медицинского страхования, но отсутствие документов не является причиной для отказа при наличии показаний для оказания этой помощи. Такая помощь оказывается при обострениях хронических заболеваний, с повышением температуры, с острой зубной болью. И при необходимости стационарной помощи данные пациенты могут быть направлены в наши стационары. Детское население направляется в детскую областную больницу, взрослое население направляется в челюстно-лицевое отделение областной больницы. И, Гюльсира Гельметовна, вопрос личного характера. А почему вы решили стать именно стоматологом? Что подтолкнуло вас к этому выбору?
Моим любимым предметом была биология в школе. Хотя к 10 классу почему-то я захотела стать юристом. Но, тем не менее, к этому времени мой старший брат тогда уже учился в лечебном факультете Казанского медицинского университета. И когда я училась в 10 классе, на семейном совете принимали решение, куда мне поступить и кем мне быть, было принято решение, что мне нужно быть стоматологом. И я послушалась своих родителей, своего старшего брата, и никогда не пожалела, что данная профессия была выбрана правильно. Что вам нравится в вашей профессии? Моей профессии нравится мне, что я помогаю людям, что я могу применить все свои знания, которые я получила за 40 лет моей трудовой деятельности, и успешно оказываю помощь нашим пациентам. Мне удалось защитить кандидатскую диссертацию. Пользуясь случаем, хочу дать информацию, что в нашем регионе обучаются специалисты стоматологического профиля в Ульяновском государственном университете в колледже, который находится на Блуково. И в этом году состоится набор гигиенистов стоматологических, которые получат среднее образование и смогут работать и оказывать профилактическую помощь в стоматологических учреждениях, в том числе в школьных кабинетах, в том числе в центрах здоровья, в других учреждениях. Я рекомендую родителям и выпускникам обратить на это внимание. Рекомендую быть специалистом стоматологического профиля. Наше население нуждается в вас, рабочие места имеются. Гюльсира Ильметовна, вы ответили сегодня на много моих вопросов. Наши радиослушатели получили много информации от вас. Но в завершении нашей беседы, что бы вы пожелали нашим радиослушателям, самое важное, что им нужно обязательно запомнить после сегодняшней нашей беседы? Я бы хотела нашим пациентам пожелать здоровья. И помнить, что здоровье человека зависит во многом от самого человека. Учреждения здравоохранения, в том числе стоматологи, всегда окажут нашему населению своевременную помощь, и не нужно бояться прийти к стоматологам. Главное – явиться к стоматологу вовремя и выбрать того специалиста, который окажет вам ту помощь, в котором вы нуждаетесь. Актуальное интервью.